Доброго времени суток, YouTube! Сегодня не могу удержаться, чтобы не снять еще одно видео. Видео это будет посвящено фаворитам января. Постараюсь сделать максимально быстро, потому что не люблю показывать все, чем я пользовалась именно в январе, только самое-самое-самое. Итак, из уходовых, да, продуктов. Вот такой гель для душа от Буржуа, масло какао, экстракт магния, антистресс, крем-гель для душа, шоколад. Пахнет. Ой, хоть вот прям сейчас вот бери просто и выпивай его. Этот гель я не покупала сама. Этот гель я выиграла в конкурсе у Helen Lin 1. Леночка, большое тебе спасибо. Просто это настолько, господи, заряд такого вот, прям эндорфины после него прут. Так он пахнет хорошо. И настроение сразу поднимает, так как я люблю шоколад, особенно горький шоколад. Это вообще вот горький темный шоколад, это просто не гель для душа, это просто... Следующие два продукта, это от Clinique. Первый это Anti-Blemish Solutions, вот такой вот увлажняющий крем от прыщиков также. Это уже вторая упаковка у меня за месяц, то есть кончился старый, купила сразу новый, продолжаю пользоваться и начала пользоваться вот такой вот сывороткой Clinique Even Better Clinical Dark Spot корректор. Надолго ее хватит, нужно буквально один раз надавить на помпу, выдавливается 2-3 капли, распределяется по всему лицу, эффект отбеливающий уже через неделю, то есть сейчас мои веснушки стали гораздо-гораздо более светлыми, и пятна пигментные, которые были от солнца, то есть от лета еще оставшиеся, все ушли, и побледнели, хорошо побледнели пятнышки, постакне, так называемые. Так что очень достойный продукт. Им я в прошлом году им пользовалась зимой, и в этом году пользуюсь, и очень-очень довольна результатом. Попробовала я вот такую вот базу от L'Etoile. Силиконовая обычная база, но очень хорошо на нее ложится крем, она выравнивает просто лицо. Поверхность лица становится более гладкой, тональный крем держится лучше, не плывет, не скатывается и более ровно распределяется по коже. Так как у меня кожа жирная и проблемная, и на ней много всяких бугорков непонятных, то вот это вот для меня очень хорошая вещь. Я не боюсь того, что она силиконовая, планирую себе купить также базу сияющую. У них такая есть, такая бледно-розовая перламутровая, тональный крем. Пользовалась я и Estee Lauder Stain Place, но сейчас, когда у меня вернулись мои такие глобальные проблемы на лице, их, конечно, не скроешь ничем, хорошо их скрывать помогает вот этот Max Factor Lasting Performance, никуда от него не денешься, особенно если наносить его не кисточкой, не спонжем, а именно пальцами. Пальцами он скрывает просто все и намертво. Ну и держится хорошо. Консилеров два. Один вот такой вот от Garnier, все вы его знаете, да, кофейный ролик. Второй вот такой вот от L'Etoile. Номер так вот, 102, не знаю, видно, надеюсь, что видно. Вот, а от Garnier, я не знаю, уход плюс корректор, тут, по-моему, цвета нет у него, он один такой вот есть. Дальше, для бровей пупа, вот такая вот eyebrow set, немножко я его, видите, уже так хорошо поюзала. Все-таки коричневат. Подумываю над покупкой теней от Art Deco или от NYX, такой для блондинок. Может быть, он более серый будет. Тушь почти закончилась от Essence. Вот так, да, блин, два в одном. Первым более густым наношу на верхние ресницы, более сильным, то есть, скажем так, более снятой тушью, да, с маленьким аппликатором наношу на нижние. Румяна, мои любимые, от Clinique Fresh Bloom. В цвете Поузи, тут уже практически ничего нету, это у меня как бы пробник, ну вот так уж получилось. Тени для век, в этот раз это были вот такие вот Infallible от L'Oréal, серебряный дождь, великолепно они наносятся, великолепно держатся, и они очень хорошо подходили по цвету вот таким теням. От Jade из серии Idyllic. Не знаю, навелось или нет. 04 Аметист. Эти сухие, эти как бы муссово-кремовые, великолепно между собой сочетаются и очень красиво смотрятся на глазах. Ну и последние пару недель я меня что-то на зелень потянула. Поэтому я смешивала вот такие от Jade. Номер 158.
И вот такие вот тени от Art Visage, видите, у них уже практически нет. Причем их хорошо наносить и влажным способом, и сухим. Номер у меня 316, видите, тут, к сожалению, очень плохо видно уже. Тени у меня старенькие, они у меня давно, но от этого я их меньше не стала любить. Для губ. Все, что для губ. Это вот такой вот Art Deco Hydra Line Booster. Hydra Lip Booster. Что-то я уже заговариваться началась. Номер 36. Такой. Любимая моя губная помада от L'Oreal. Color Rich. Естественная гармония для блондинок. Номер такой 233. Не знаю, видно было. Ну, надеюсь, что видно. Видите, ее уже практически не осталось, но добиваю, есть второй уже вариант, уже купила. Карандаш для губ был, я поняла, что мне нужно более ярким карандашом пользоваться, не таким нейтральным, поэтому карандаш для губ был такой вот, Yves Saint Laurent. Ни разу, по-моему, я его не показывала еще. Номер 6 у него, такой, да, Yves Saint Laurent. Да, ну и на помаду, наверное, тоже сводчик надо сделать, да, как она выглядит. Вот сейчас у меня эта помада на губах, но она нанесена не одна, она нанесена вместе с блеском от Estee Lauder, чтобы немножко розовый цвет приглушить. Хотя все равно, наверное, я слишком розовая сейчас на экране. В общем, хорошая помада, хороший карандаш, он у меня уже очень давно. Ну и вот это новое мое приобретение от Art Deco, очень им довольна, вообще классная штука. Из парфюма вернулась снова к своему Éclat d'Arpège от Lanvin или Lanvin. Так правильно, очень люблю эти духи, у меня большая-большая упаковка. Надолго хватит, на всю зиму, еще, наверное, на следующую останется. Вот такие были мои фавориты. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачной рабочей недели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Найдите меня в Твиттере. Пока!